О, да. Здравствуйте, сэр, чем могу помочь? Здравствуйте. Зашел спросить, а это правда, что у вас есть гарантия удовлетворения нужд покупателя? Именно так. Так Таун гарантирует удовлетворение покупателя на 100%. Да неужели? А если... Нет. А если вас на 100% не удовлетворил наш огромный ассортимент, то вы получите скидку в 10% на следующую покупку. Интересно, интересно. Да. Ну, хорошо, перейдем к другой теме. Я вообще тут ищу мышь. Думаете, у вас получится удовлетворить мои потребности? Ну, разумеется, мы удовлетворим ваши потребности. Какой тип мыши вы ищете? А, я ищу ту, что подойдет мне по размеру. Что ж, ну хорошо, у нас огромный выбор. Ну ладно, и вы уверены, что у вас есть та, что подойдет мне идеально? Ну конечно же, давайте взглянем на них. Хорошо. Просто отлично. Ну что ж, здесь все, что у нас есть на выбор. А, не, я сразу вижу, что ни одна из них не подходит под мой размер, так что... Что, даже Азерим Элит? Кажется, она вполне подойдет. Да о чем это вы? Это точно не мой размер. У вас есть еще мыши на выбор или как? Ну, вы даже не открыли коробку, чтобы проверить, подойдет ли вам. Простите, вы тупой? Нет. Или я тупой? Нет. Но кто-то здесь тупой, потому что очевидно, что это не мой размер. А что насчет вида Weird Back 67? Это достаточно большая мышь. Так, а сейчас вы меня даже не слушаете. Я прям чувствую, что вы не слушайте, потому что вот чего я хочу! Мышь моего размера, а не эту мелкую херню! Простите, я уже просто запутался. Как мне сказать еще более понятно? Хочу мышь, подходящую мне по размеру, вот такую. Вы имеете в виду мышь высотой почти 2 метра, размером с человека? Благодарю, вот теперь вы меня услышали. Простите, сэр, я не думаю, что такие существуют. Вау, вау, вау! Ну ладно, значит, вы ненавидите высоких людей. Нет, 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 я не ненавижу высоких людей, просто у нас нет таких мышек. Ну вот и оно. Итак, я хотел бы официально заявить, что я не удовлетворен вашим ассортиментом. Что тут творится? Аллан, этот покупатель ищет мышь своего размера, высотой почти 2 метра. Да, и я хочу, чтобы вы оба знали, что я не удовлетворен вашим ассортиментом. Вот она. Это что? Это мышь ViperTech размером с человека. Вау! Ха! Только гляньте. Ха! Будете брать? Ну, да, это отлично, спасибо, но вообще-то мне нужна оранжевая мышка с розовым, и чтобы колесико фиолетовое было, так что... Ха! Посмотрите на это. Оранжевая с розовым, мышь с фиолетовым. Какова была вероятность? Просто с ума сойти. Какая крутая. Да, просто отличная. Почти то, что надо. Но, к сожалению, простите, что я так привередлив, но мне нужна такая... чтобы охлаждалось. Так что, ебать мой хуй! Ну, в смысле, это ж невероятно! Это просто... охлаждаемая мышь размером с меня, оранжевая с розовым и с фиолетовым колесом. Здоровенная, так? Здоровенная. Хотите, чтобы я отнес ее на кассу? Да! Да, идеально. 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 Идеально! Да уж, пиздец, блядь. Идеально. Идеально. Отлично. Итого с вас $1499. Вау. Вау, а это... Это дороговато. Да. Но это ведь именно то, о чем я просил, так что... Можете приложить карту в любой момент. Ладно. Большая сумма. Да, оплата прошла, денег больше нет. Круто, отличного вам дня. Спасибо. Всегда пожалуйста. Довольно тяжелая. Как ты это сделал? Я в этой игре уже давно. Вы удовлетворены, сэр? Да, 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 все отлично. А дверь открыта? Перевел Килл Кирсон, озвучено, как всегда, в странном местечке. Не забывайте подписываться на авторов оригинального контента. Ребята из Viva La Dirt League. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите им комментарии. Про нас тоже не забывайте. Все то же самое. И про телеграм-канал тоже не забывайте. Ну а с вами был, как всегда, я, ваш Капрал Натурал. До новых встреч.